В начале года в многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи появилось новое оборудование – гистероскоп. Он позволяет более качественно диагностировать и лечить некоторые гинекологические заболевания. Для женщин всех возрастов это возможность поправить свое здоровье, причем без разрезов и с минимальным сроком восстановления. Мастер-класс по проведению гистероскопии показал врач из Астаны. Метод гистероскопии в многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи не в новинку. Но с января этого года сюда завезли новое передовое оборудование. Оно позволяет диагностировать и лечить женские заболевания на более высоком уровне. В течение недели врач из столицы Галымжан Токторбеков показывает североказахстанским врачам мастер-класс его применения. Мы обучаем новым высокотехнологичным, очень продвинутым операциям. Данных местных врачей у нас собрались 18 врачей. Гистероскопия – это метод, это относится к внутрипросветной эндовидеохирургии, когда мы вводим специальный инструмент в полость матки и под контролем зрения на большом мониторе, вот подобном тому, который за моей спиной, врач может видеть полость матки и прицельно лечить заболевания полости матки, такие как субмукозная миома матки, полипы, инородные тела, синехи полости матки и много-много других. За 3 дня уже провели 18 таких операций. По словам врачей, все они прошли успешно. Длительность всего 30 минут. Большой плюс и срок восстановления. Вернуться домой можно в тот же или на следующий день после операции. Такие операции мы проводили и раньше, но медицина не стоит на месте. Так, в январе мы приобрели стойку компании «Олимпус». С ее помощью можно проводить лапароскопию и гистероскопию на более высоком уровне. Галымжан Кабдулманапович показал североказахстанским врачам, как проводить операции на этом оборудовании. К слову, гистероскопия для североказахстанок – процедура нередкая. Только в прошлом году врачи провели более 1000 операций. Особенно методика важна для тех, кто планирует беременность. Адилия Кушекова, Адиль Нуржанов, служба новостей.